прошу вас, пройдите к трибуне. Госпожа, главнокомандующая вооруженными силами 12 месяцев Павлодар, разрешите начать парад в честь вашего дня рождения. Парад, равняйсь, смирно, к торжественному маршу, посвященному дню рождения главнокомандующего, строевым шагом, марш! По центральной площади торгового зала торжественным маршем проходит знаменная группа 12 месяцев элитных войск морской пехоты. Группа руководит гвардии сержант Нургожин Диас. Девиз этого подразделения – там, где план, там победа. Перед вами идет первая осторожная дивизия воздушно-десантных войск. Это они готовы по первому приказу командующего закрыть любую брешь в обороне, будь это торговый зал, баранка автомобиля или проведение розыгрыша. Колонну возглавляет участник прыжков без парашюта сержант Далия. Продолжает шествие отряд сил специальных операций. Бойцы этого невидимого фронта, всевидящее око организации большими ушами и большими глазами, сотни ненавистных нам минусов уничтожаются именно этими силами. Возглавляет отряд участник засекреченных операций Каскабасов Тагир. Парад продолжает колонна финансовой службы всех войск армии 12 месяцев. Именно они дарят бойцам радость и веселье для новых подвигов. Девиз этого подразделения на вопрос директора «Сколько будет 2 плюс 2?» мудрый бухгалтер отвечает «А сколько нужно, столько и сделаем». Под трибуной проходит бессветная рабоче-крестьянская армия имени Бондаренко. Эти войска всегда находятся на передовых позициях. Это они ежедневно проламывают тонны кафеля, не жалея себя и своих сил. Возглавляет парадный расчет гвардии капитан Бондаренко Роман. Шествие продолжает медицинский персонал психиатрического отделения. Стены палаты номер 6 этого отделения украшены различными коллекциями обоев. Возглавляет колонну главврач Бесимаева Карлгаш. Далее продолжает парад колонна танковых войск 12 месяцев. Именно они первыми проломили двери конкурентов в неравном бою и одержали победу. Танковую колонну возглавляет герой дубовой обналички Любай Айсултан. Девиз подразделения «Чем больше в армии дубов, тем крепче наша оборона». Стройной шеренгой проходит 98-й ковидно-воздушный полк. Бойцы этого славного полка побывали во всех горячих точках, куда их посылали неравнодушные покупатели. Девиз этого отделения торжественным маршем печатает шаг Кадырыча полк, пугая зевак. Шикнулся и бойся, невидимый враг. Далее идет отряд сухопутных войск. Это они принимали участие в ликвидации просроченного и неликвидного остатка и захвате мест дислокации для товара. Возглавляет команда расчет капитанова Ижикарова Шалпан, Баширов Булат и Голов Сергей. Под трибуной проходит осветительный батальон. Этот батальон осветил путь в будущее и пробил окно Европу. Возглавляет парадный расчет полковник легендарного 9-го батальона Тайжанова Алмагуль. Она светлее, чем челябинские мужики, но нежнее, чем сбитые сливки. А сейчас перед вами торжественным маршем идет первый партизанский отряд. Это они пустили под откос 2, а то и 3 грузовых состава противника. Со многочисленной операцией в тылу врага многие из них награждены орденами Сутулова и медалями Горбатова. Перед вами проходит механизированная колонна вооруженных сил 12 месяцев. Ежедневно они доставляют горючее, продовольствие и боеприпасы по всей области, независимо от погодных условий. Колонну возглавляет полковник Карамужин Джамар. Механизированной колонной продолжает парад ракетные войска полового назначения. Ракеты этого боевого расчета предназначены на коммерческий и бытовой радиус действия. Возглавляет колонну командир, награжденный за боевые действия с ламинатом и линолеумом и орденом квадратных метров, полковник Ахметбекова Динара. Завершает прохождение парада в честь дня рождения командующего войсками 12 месяцев Павлодар
взвод калорийного обеспечения и правильного питания. Девиз этого взвода – война войной, а обед по расписанию. Это что? Думаю, что нет.